Дня у нас сегодня 6 вопросов. Есть ли какие-то дополнения, пожелания по повестке дня? Алла Викторовна, вы хотели дополнить что-то по повестке дня? Я хотела добавить седьмым пунктом и внести вопрос о поощрении сотрудников аппарата по итогам работы за 2022 год. Если нет возражений, тогда предлагаю, если нет возражений, предлагаю дополнить, внести в повестку седьмой вопрос, вопрос об установлении размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьяблика по итогам 2022 года. Кто за повестку дня? Голосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Первый вопрос у нас о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Зябликова города Москвы в 2022 году за счет средств экономии. Да. Коллеги, мы этот адресный перечень с вами вот непосредственно этот еще не рассматривали. Да, начал доклад, не представившись. Так вот, это экономия от тех денег, которые мы имели в 2022 году, и которые мы уже отторговали, выполнили и так далее. Это экономия, собранная со всех мероприятий. Тут сумма 412 тысяч рублей, которые есть предложение пустить, но на два направления. Орехово-Бульвар 59, адаптация входной группы от устройства пандус для маломобильных граждан. Было много обращений. Да, эту тему мы с вами неоднократно, в том числе во дворах и в адресах, встречались. Вот. И второе, закупка светильников. Это классическое мероприятие. Мы должны понимать, что они постоянно выходят из строя, и действительно надо постоянно продолжать покупать. Вот, поэтому вот такие два направления прошу вас поддержать. Коллеги, предлагаю голосовать по вопросу первому. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Принято.